Зачастую сдача единого государственного экзамена становится большим испытанием для родителей выпускников, нежели для самих 11-классников. И чтобы помочь взрослым справиться со стрессом, 3 года назад была задумана акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Она призвана познакомить родителей с процедурой сдачи единого государственного экзамена, получить всю информацию, найти ответы на свои вопросы и снять напряжение перед итоговой аттестацией. Мы всегда полагаем, что дети боятся экзамена, но я совершенно точно знаю, что сейчас уже дети абсолютно адаптированы к этой форме сдачи экзамена, больше волнуются родители. Вот для того, чтобы это внутреннее напряжение снять и помочь понять родителям, как организовывать взаимодействие с ребенком накануне сдачи экзамена, вот для этого это проводится эта акция. 2 года подряд родители писали русский язык. В этот раз предложили сдать математику. Участников познакомили со всеми тонкостями экзамена. Вначале они сдали личные вещи и прошли процедуру досмотра с металлоискателем. Далее увидят процедуру распечатывания контрольных измерительных материалов, получат их, пройдут процедуру их заполнения. В течение 30 минут будут писать задания, ну и дождутся ответов. Екатерина Феоктистова сдавала ЕГЭ в самом начале, когда только ввели эту форму аттестации. Сейчас младшая сестра девушки заканчивает 11 класс и готовится к выпускным экзаменам. Много с ней разговариваем про это, что морально это сложно, но ничего такого в этом нет. Все через это проходили и... Ничего страшного. После ЕГЭ жизнь продолжается дальше. Екатерина считает, что такие акции необходимы, потому что потом родителям легче объяснить своим детям, как вести себя на экзамене, как расслабиться и как можно лучше себя настроить. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.